Путь некоторых участников на сцену складывался нелегко. Здравствуйте, меня зовут Ускен, я из КЗЛРД. Чем ты занимаешься, где учишься и как вот пришел, дошел до нашего конкурса? Ой, это долгая история. Я же не знал, вот в интернет не заходил, только в Чимкенте зашел. А оказывается, там это... А вышел где? У вас... вышел в КЗЛРД. Да. Не мог остаться в Чимкенте, я в Астану уехал. Я там проспал кастинг. Поспать любишь, да? Приехал в Алмату, у друга начал жить. Действительно, да. Долгая история. Давай, Ускенчик, чем порадуешь нас сегодня? Песни молодежи КЗЛРТ. Пожалуйста, просим. КЗЛРДАН туған жерім, табиғатың молдан сенің. Ол қыздарың ерке секен далам. КЗЛРДАН туған жерім, табиғатың молдан сенің. Ол қыздарың ерке секен далам. А, Ускен, сегодня не твой день. Это не та песня. Это не для нашего проекта. Мне с тобой было общаться интереснее, когда ты говорил. А как запел, сразу стало скучно. Давайте голосовать. Нет. Нет. Я тоже говорю нет. Три нет. К сожалению, не проходишь дальше. Спасибо.